Если вы любитель минималистичных, простеньких битов, то вам в любом случае нужно их как-нибудь разнообразить, чтобы они звучали более-менее интересно и не надоедали слушателю. И один из способов разнообразить ваш бит – это сделать эффект из-под воды, либо же эффект из-за другой комнаты, либо же из-за двери, называйте его как хотите. И сегодня я покажу вам 5 способов, как это можно сделать в FL Studio. Выбирайте способ, который вам понравится больше всего, и используйте его. Меня зовут Савченков Иван, я также известный как Дон Хуан Сервантес, aka Call Me On My Cell Phone, и давайте приступим. Итак, мы имеем вот такой проект. Простенький трэп-бит, ничего особенного в нем нет. Барабаны, мелодия и бас. И теперь нам его необходимо разбавить. И давайте сделаем эффект из-под воды. Выбираем мастер-канал, и на мастер-канал повесим Fruity Fast LP. Это быстрый отрезатель высоких частот. На слух настраиваем срез и резонанс и радуемся тому, что получилось. Далее делаем автоматизацию. Я советую делать автоматизацию не на кнопку включения-выключения, а на кнопку количества эффекта. Создали клип автоматизации и поехали. Здесь можно, например, сделать, чтобы он вот так вот как-нибудь шел на нет потом. Следующий способ — это Fruity Filter. Здесь есть прям пресет Party Next Door. Он немного жесткий, поэтому мы резонанс сделаем поменьше. Опять же крутим как хотим, опять же создаем автоматизацию на включение-выключение и радуемся жизни. Следующий способ — Fruity Free Filter. Здесь также есть пресет Subwoofer Pass, то есть видите, у нас Lo-Fi фильтр, где-нибудь вот так срежем. Вот эта ручка Q — это у нас тот же самый резонанс, насколько я понимаю. Опять же настраиваем как нам надо. Делаем клип автоматизации на включение-выключение и радуемся жизни. Следующий способ — это просто параметрик EQ. Мы его чик, пресет вот этот. Выбираем как нам надо. Делаем... Тут можно уже сделать, например, клип автоматизации вот на эту ручку. Вот он наш клип автоматизации. Ну, что-то вроде такого можно сделать, и тоже интересно получается. И последний способ — это Love Filter, но здесь он будет у нас уже такой плавающий эффект, тоже довольно интересный. Это пресет Tringle Low Pass LFO. Он очень резкий, поэтому здесь можно также резонанс настроить и громкость, собственно, этого эффекта. Также можно настраивать срез. Здесь уже запрограммирован такой плавающий эффект вот по вот этой вот кривой. Опять же делаем автоматизацию на включение-выключение эффекта. Включаем его там, где надо, выключаем его там, где надо, и получаем классные эффекты. Вот, собственно, 5 способов сделать эффект из-под воды или из-за другой комнаты, или из-за двери в FL Studio. Выбирайте, который вам понравился больше, используйте его, либо же комбинируйте. Также эти фильтры можно вешать не только на мастер-канал, а на отдельный какой-нибудь инструмент, либо на группу инструментов. В общем, тут уже дело в эксперименте.
экспериментах, экспериментируйте. Главное, не перебарщивайте, но и не забывайте, что разнообразие даже в минималистичных битах очень важно, потому что слушатель не должен уставать и слушателю не должно надоедать ваше произведение. Также этот эффект можно использовать не только на минималистичных битах, его можно использовать где угодно. В общем, надеюсь, видео было полезным. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Также напоминаю, что у меня есть классные видеокурсы о том, как создавать, сводить и мастерить биты в домашних условиях, без музыкального образования, без супердорогостоящего музыкального оборудования. Ссылку я оставлю в описании. Пока лето, пока есть время, прокачивайте свои навыки и вперед покорять битмейкерский рынок. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч, новых видео.